И снова здравствуйте, мы продолжаем рассказывать вам о том, каким образом поднять настроение себе. И мне кажется, что есть два отличных способа. Это лицезреть детей, и во-вторых, это, конечно, танцы. А сейчас в студии гости, которые все эти две вещи попытались совместить и сделали это удачно. Хореограф танцевального коллектива «Севим» Севара Иминова и Камила Алиева, непосредственно участница данного хореографического ансамбля коллектива. Верно? Верно. Мы хотели бы узнать, вы сказали, что в прошлое воскресенье у вас прошло какое-то вот большое событие. Да, прошел второй отчетный концерт в студии танца «Севим». На этом концерте мы представили 15 номеров, 13 из которых были новыми постановками этого года. Отшили более 200 костюмов. Ну, как бы это все воедино собрали с ведущими, с операторами, с видеографами, с детками, которые целый год как бы к этому готовились, с модельерами, все это совместили вместе и как бы, ну, провели наш второй отчетный концерт. Ух ты, а вот сколько детей было задействовано в общем? Детей было задействовано 95 человек. Ну, цифра на самом деле достаточно внушительная. Вот мне кажется, вы на этом не собираетесь останавливаться. Нет. Какие у вас дальнейшие планы? Вот в вашей студии чаще всего, больше всего в возрасте какого, допустим, какого возраста приходите? Ну, вообще у нас детки с 3 до 22 лет занимаются. Детки до 22 лет. Именно те, которые как бы, ну, с которых мы спрашиваем, можно так сказать, которые в ансамбле. А есть люди и до 90, и вперед, как бы у нас отдельный фитнес разработан для родителей, для мамочек, как бы там столько всего много. А детки в основном ходят, наверное, возраста 3 класса, это 9-10 лет. Ну, как бы основной костяк ансамбля, они составляют около 40 человек. И малышей у нас очень много. Ну, допустим, танец «Самовар» у нас был, их было 32 малышки 5-4 лет. И вот они вот танцевали у нас. Камил, расскажи, как ты справляешься, совмещая учебу и танцы, и сколько лет ты уже занимаешься танцами? Я 6 лет занимаюсь танцами, и утром я хожу на танцы. Прихожу, покушаю, потом там посижу, уроки доделаю, потом пойду в школу. Со школы прихожу, делаю уроки, покушаю и ложусь спать. Вы отличница? Нет. Нет, ну в танцах наверняка у вас получается все настолько прекрасно, потому что по вашим глазам я уже вижу, что свое направление вы, наверное, уже выбрали. Да. И это танцы. Вот скажите, говорят, что танцы – это отличный способ расслабиться. Вот, ну, нету сегодня у вас тренировок, нету школы, а настроения тоже нету. Вот каким образом вы поднимаете вот себе его? Я прихожу на танцы, занимаюсь, потом иду домой, например, потом лягу, посплю, и уже я ни о чем не думаю. Ну, молодец. Вот единственное, что я могу сказать. Сева, расскажите, пожалуйста, 32 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет в одном номере. Каким образом вы справляетесь с вот этим количеством энергии, неуемной энергии? Конечно, перед концертом, это особенно последнюю неделю, да, это была очень большая нагрузка для преподавателей, для детей, для родителей. У всех живот такая, голова, и все, ну, как бы, малышки маленькие, как бы, мы постоянно, мы же занимаемся в студии, выступаем на сцене, меняем пространство, у них вот такие потерянные глаза, они не знают, куда, что, как. Ну, как бы, за каждой пятилетней мы закрепили трехлетнюю. И они, получается, зарочки, 16 пар, побежали на сцену, стали, где кто стоит. Ну, как бы хорошо станцевали. А у вас в основном национальные танцы или какие-то современные? У нас был один номер современный, в основном упор мы делаем на народные танцы. Кыргызские танцы, русские, там, уйгурские, современные тоже как бы танцуем. Вот. А в ближайшее время планируются какие-то мероприятия, соревнования у вас? В конце апреля нам недавно положение выслали, что в Бишкеке будет проходить танцевальный конкурс. Ну, мы как бы на нем еще не участвовали, но хотели попробовать туда пойти. И в начале июня, возможно, на международную олимпиаду пойдем. Ну, летом нас еще приглашали на мастер-класс на Иссык-Куль. Возможно, если получится, ну и туда поедем. Ну, мы будем надеяться на то, что ваше количество ивентов не будет ограничиваться, допустим, одним в один месяц, пусть ивентов будет больше, концертов, соответственно, равно, как и участников вашего ансамбля, будет как можно больше. Вам спасибо большое, спасибо за то, вам, что пришли. И если я не ошибаюсь, представительницы ансамбля «Севим» должны прийти и станцевать в нашей студии, все верно? Поэтому обращаемся к нашим телезрителям, никуда не уходите, если конечно... Ну, мне кажется, мало кто захочет пропустить это замечательное шоу.